Дождливая ничья. Так можно охарактеризовать домашний матч в рамках 8-го тура чемпионата Беларуси среди команд первой лиги. Для «Нафтана» встреча оказалась непростой и драматичной. В первом тайме хозяева переиграли соперника на протяжении 40 минут, владея преимуществом. И футбольный бок новополочанам не изменил. Автоголом в свои ворота отличился полузащитник «Ашмян» Сергей Мельник. И во втором тайме «Нафтан» не отступал. Моментов было много, хромала реализация. Уже к середине второго тайма «Ашмяны» все чаще наседали на хозяйские ворота. Время шло, а счет не менялся. Уже, казалось, и победа у новополочан в кармане. Но в добавленное время дальний навес в штрафную, и Глеб Бураков сравнял счет 1-1. В первом тайме, конечно, «Нафтан» был чуть-чуть получше нас, и моментов создал побольше, могли забить и второй мяч, вратарь нас хорошо сыграл. Ну, второй тайм перехватили инициативу и уже тоже доминировали на поле, и моменты создавали, жалко, что не забивали, но в концовке все-таки дожали.